«Школу с радостью» под таким названием в столице завершилась благотворительная акция. Управление МВД Якутска совместно с фондом «Дети Саха-Азия», предпринимателями города и общественностью, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних приобрели ученические ранцы и укомплектовали их канцелярскими принадлежностями для первоклассников. Сегодня в торжественной обстановке их вручили детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которым в этом году предстоит первый звонок. И вручили 48 ранцев, именно конкретно для этих детишек. Надеюсь, что именно вот эти торжественные мероприятия подарили им много радости, улыбок. И не забываем о том, что как мы воспитаем наших детей, такое наше будущее.